Пока юные куряне наслаждаются каникулами в оздоровительных лагерях, их мамы и папы дома скучают. Чтобы восстановить справедливость, педотряд центра «Магистр» уже несколько лет подряд проводит родительский день. Взрослые не заметили, как вернулись в детство. Я глава семейства Филатовых. Вот мы сегодня приехали к нашей дочери замечательной. День особенной теплоты. Любые вершины под силу, когда рядом самые родные и любимые. Вот уже 2 недели Саша вместе с друзьями проделывает сложный и интересный путь к восхождению на гору Сову. Дорога наполнена тайнами и опасностями. А потому активные родители Саши решили помочь. Да и просто соскучились. Очень приятно, что с дочерью вместе мы проводим этот день, потому что родители и вообще семья – это самая главная ценность, которая есть у человека. Есть возможность. Во-первых, мы соскучились, прошло 2 недели, мы очень сильно скучали. И то, что есть возможность вот так приехать, посмотреть, как живет наш ребенок, как живет лагерь и приобщиться к этому, на самом деле это здорово. Родительский день в лагере для взрослых не просто возможность провести время с детьми. Это как машина времени. Ведь, кажется, совсем недавно они также шли к своей мечте. Да, я в лагере была не только как ребенок, как вожатый, как воспитатель. Поэтому лагерное движение для меня очень знакомо, близко и любимо. И это видно. Спустя годы родители снова пекут импровизированные пиццы, вяжут узлы и преодолевают лабиринты. Сегодня вот такая идея дня, это такое объединение родителей с детьми. И мы решили, что вообще в горах одни из самых главных развлечений для любого альпиниста на привале – это песня. Вот, и мы решили сегодня провести такую импровизированную битву хоров. Битва хоров, но отнюдь не битва отцов и детей. На сцене песни, объединяющие поколения и согревающие, как родительская любовь. Песен еще не написаны. Анна Пикулина, Антон Судженко, телеканал «Семь».